Окей. Нет, вообще не хочет. Че, все, просто забил мы. Не хочет. Мы перебрались в Адлер. Видны разительные изменения. И сделана набережная, променад. Люди уже ходят, бродят. Но огромнейшие вопросы и минусы возникают. Зачем вот эта огромная стена? Ты когда идешь по набережной, не видишь море. Видишь только верхушку моря, а да. Берег не видишь. Это а все уже все как-то мы почти близко. Но вот какие-то странные. Велодорожки. Да. И они даже пользуются спросом. Да, ездят, катаются. Даже уже борщ со скидкой 30%. Потому что ноябрь уже 10 уже число. Уже холодный борщ. Уже, да, вот все работает, все ездит. Уже палатки с флагами. Ну, пока, да, ездить как не умели, так и не умеют. А с флагами и с майками в таком количестве и с кричащей музыки нету. Но вот это вот закрывающая, вот, пожалуйста, стена. Стена, это как не зря Pink Floyd. Стена. 30 лет назад стену в Берлине разрушили. В Берлине, да, разрушили, а у нас построили. И это вот на протяжении всего этого. Танки, что ли, будут ходить, непонятно. Но уже вот как-то так. Уже какие-то сподвижки. Вот здесь уже к концу набережной эта мощная берлинская или адлерская стена заканчивается. И все. И вот уже совсем другой вид, совсем другое ощущение, картинка. И я почти уверен, что никто туда головой не свалился и травм не получил. А если получил, то по пьяни. Ну, пойдем попробуем исследовать это все и до конца этой набережной, чтобы понять, где набережная. Заканчивается Россия. Где набережная длиннее? В Батуми или в Сочи? Ну, пошли. Провокационный вопрос. Где, у кого набережная длиннее? Да. У россиян или у грузин? Да, пойдем посмотрим. И вот она, страна Абхазия. Свободно. Готов. Только что прошли мужики такие с севера, и они сказали, вот эти плепи бордюры, просто чтобы вы понимали, это вот я взрослый, 1,78 м, да, а взгляд ребенка, вот так вот ребенок видит эти, море видит. Скорее вырастай, вступай в да. Неплохо. Закат. Взрослый человек. Закат ребенка. Интересно. Пипец. Закат глазами ребенка.
На уровне живота. А так неплохо. Так-то вот, если все. Нужно дорасти до этого. Да, но не сразу, конечно. Хороший сегодня колор, кстати. Это лавровый? Вот это лавровый лист, ребята. Вот, вот это? Да, зеленый. Отлично. А вот это беленькое, вот светленькое. Это фейхоа. Это фейхоа. Так что всему голова. Да, лаврушка вы правы. Наша, все. Но еще человеку надо лаврушку, как раз обещал. Ну ясно. Ну вы замечательные, прекрасные. Спасибо, вы тоже. Хорошо. Так, подождите. Ну я хоть вам мелкую дам. Ну уж уже нам лаврушки. Ну и что? Вот. Это же наша, натуральная. Не... Помогите мне, а то. Много не нужно, другим дать. Ну ничего, хватит. У меня ветка отломилась. Понимаете, спасибо, что получилось? Спасибо. Ну вам всего доброго. Ну спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Всего доброго, до свидания. Продаж. Это сворачиваешь. Все. Набережной, и здесь вот такие кустики, освещенные огнем. Флуоресцентные. Да, и вот там вот вдалеке какой-то синий огонек предновогодний. Наши гостиницы, да. А мы? Называется гостиница Alana Royal Hotel. 4 звезды. В принципе, оно и есть. Да. Наверное, да. Кто смотрел и видел то приключение, которое произошло с нами в прошлом году, когда мы поехали на Кавказ. Первый раз на Кавказ. Не на Кавказ, на Кавказ, а в санаторий. На Кавказ, да, в санаторий. Мы сегодня же там были, кстати. Я даже не стал снимать. И как-то нам показалось, что это супер уныло. И вы не поняли, кстати, вот на той гостинице люди уже собираются на крыше. Мы поднимемся завтра. И мы как-то решили. Точнее, не решили, а что-то как-то унылость овладела нами. И мы переехали. Взяли такси и приехали. Да, и заселили совсем в другую гостиницу. И вообще не пожалели ни разу. Ну, не знаю, я еще там не ночевал. Но мне кажется, ну, вот шикарно. Это вот трехугольное казино, это как раз вот это вот. Mm-hmm. Это оно. Ну, оно немножечко отличается от санатория Кавказ, да, где-то вот там, и там, где-то мы живем. О, армяне, смотри, поналетали. Я не мог сюда не зайти. Нет, вы не подумайте, что я привлек, меня привлекли эти детские, хотя их тоже хорошо, но вот эта штука, это, мне кажется, очень мощная. О, это лучшее, что я видел. Костя, вот. Так велича. Да. Дубль 2 на всякий случай. Вот наш номер. Да, он разительно отличается то, что нас сегодня встретило на Кавказе. И мы быстренько собрались и уехали. Да, это большой, просторный, очень комфортный номер о 30 квадратных метров. Огромная широченная кровать. Да, такие панорамные окна. Вид, правда, там сзади сосны. Здесь такой закуточек в виде а-ля кабинета, я так понимаю. Странненько, конечно. Все очень чисто, очень здорово. Шкафы, холодильник, ванна тоже очень отличная.
дорогой душ и сантехника, что мне всегда очень нравилось. Отличное решение. Вот эта штука, которая ночью, чтобы не включать свет, очень здорово. Так что Alana Royal Hotel рекомендуем. Сейчас пойдем на завтрак, посмотрим, что там происходит. Девушка, это свободный матрас. Билеты же обратно недорого стоят. Можно профукать. Можно все сдать. Отлично, просто отлично. Готово? See you later. Вот бетонные плиты перешли. Металлический забор. Даже он лучше, хотя и тоже напоминает. Как будто. Сижуэй. Кишки трясет. Хотя и он напоминает какие-то места. Зачем солнце за забором в нашей стране? А? Когда Уланов достиг успеха. И... Фанаты? Фанаты, да. Бля, какой это получается? Что у грузин длиннее. Ну, набережная.